Всем привет, с вами InformTV. Мария Казакова является представительницей сразу двух известных российских семей актеров. Девушка достойно представляет себя. Ей удалось добиться больших успехов в работе в театре и кино. Родиной актрисы является Москва. Она родилась там в 92-м. Родители Марии – российские актеры Кирилл Казаков и Алена Яковлева. Дедушки по линиям отца и матери также были известными актерами советского времени. Это Михаил Казаков и Юрий Яковлев. Родители развелись, когда будущей актрисе было всего 4 месяца. Из-за этого события девушка долго не была знакома с дедом по линии отца. Им удалось встретиться только в 2007 году. В принципе, в воспитании Маши отец не принимал должного участия. Режиссер Кирилл Мозгалевский заменил будущей актрисе папу после того, как вступил в брак с ее матерью. В школьном возрасте Мария не хотела становиться артисткой. Она мечтала связать свою жизнь с медициной или дизайном. Но все же гены близких людей взяли верх. Дебют актрисы в кино произошел в достаточно раннем возрасте. Уже в 2001-м она снялась в картине «Искушение Дирка Богарда», а в 2006-м в детском фильме «Азирис Нуна». Также актриса начала сниматься в различных российских сериалах «Марш Турецкого», «Сделка», «Своя команда». И, конечно же, Казакова появилась в очень популярном проекте «Кармелита». Именно на этих съемках актриса смогла наладить отношения с родным отцом Кириллом Казаковым. Совсем недавно девушка вышла замуж за актера Ивана Заматаева, который по совместительству еще и музыкант. До отношений с Марией мужчина был женат дважды и имел двоих детей от предыдущих браков. Встреча этой пары произошла на отдыхе, когда оба посетили кинофестиваль. Разница в возрасте у них составляет 8 лет, но она их совсем не смущает. Они живут счастливой семейной жизнью и в будущем обязательно хотят завести детей. Если вы помните эту замечательную актрису, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!